27 января около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской республики в Исламской республике Иран. Об этом сообщили в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел. Отмечается, что нападавший из автомата «Калашников», прорвав пост охраны, убил начальника службы безопасности. При предотвращении нападения также были ранены двое охранников посольства. Их состояние удовлетворительное. Севда Джафарова, Гумбат Мамедов, Азертач.